Я не знаю, выживать это или как это назвать? Дезепыч. Ну, да. Играть, в общем, Дезепыч. С Сегодня вами... мы серию... А, ну да, ну так вы быстрее. С вами Минигейм, Сани Электрик и Миха Даргдаган. И мы едем... Куда мы едем? Надеюсь, их будет нормально слышно, блин, тут немного подстроил по-другому. Блин, это пипец. И куда мы сейчас едем? Заводником. Так. Сука, шумный этот УАЗик. Какой-то бади там телепортируется. Да. Да. Сколько можно-то? Кто телепортируется? Да бади там в TeamSpeak телепортируется. Так. А кто, вам, мне показалось, или Вована вчера кто-то переместил? Че, будем это на записи обсуждать? А о чем говорить еще? Ну ладно, Вована кто-то переместил, кстати. Нет, ну я знаю кто. Так там же написано. Да, там написано. Написано! Миха пулеметчик с вами, Миха там патроны есть? Не знаю, проверить. Да. А, не, есть патроны, есть. Мне кажется, мы не доедем. У меня пулемет. Да, ага, блин. Ты его, сука, еле поворачивайся. Кашу мало ел. Нормально поворачивается. Еле-еле, блядь, поворачивается. Все будет хорошо, все нормально. Сейчас всех расстреляю. Ты себя видел. Ага, Миха, расстреляешь всех. Мне кажется, Миха... Да кроме вас. Самый первый, кто сдохнет, это Миха. Да, кстати, Миха первого убивает. Потом водителя. Потом Стас. Вообще-то я самый живучий. Почему? Ну я откуда знаю, получается так, потому что я вас убиваю, а я вы. Не, я вам. Тоже часто выживаю. Ага. Много раз выживал. Вообще, ты так много раз играл прям. Да. Очень много. Что можно подводить статистику уже? Мне сейчас очень хотело, я сейчас случайно не сказал наше слово, которое мы обычно говорим, когда скучно. На букву Б. Ой. Ой. Люди, извините, люди глухие. Миха вообще не знает о чем, но что-то ржет. Нормально. Это норма, да? Это норма. Это норма. Это поддержка. Моральная поддержка, да? Поддержка. Поддержка. Сука, ты зайца сбил. Сука, да не пизди, блядь. Это блядь. Ты чё, охуел? Ебать, он пиздит сзади кто-то. Охуел, блядь, сука. Сейчас выкину нахуй. Это я тебя выкину. Сука, ты видел Миху, на чем он стоит? Сука. Я на постаменте стою. Глянь на него ноги, сука. На воздухе? Да. Чё, я в воздухе стою? Я джин. Ты на воздухе тупо стоишь. Я джин, на самом деле. Ты стоишь на пространстве тупо. А что, вам что-то не нравится? Нормально все? Да. Воздух. А может у тебя какие-то способности? Ну сверх. Вот я говорю, я джин. Сверх... Ладно, я бы сказал бы обычный слово, что мы говорим. Жалко, как вам пулемет нельзя пустить. Если блин, если бы можно было хорошо настраивать персонажа, там жирный, худой, высокий, низкий, я бы тупо выбрал бы маленького жирного пиздюка. Не-не-не, ты бы выбрал жирного длинного ебана. Что-то впереди. Бля, если Марина будет смотреть это видео, она спалит, сука, что это ты писал, блядь. Ты чё педрила, блядь? Ой, сука. А ты сам спалился, кстати. Каким образом? Ты уже спалился, поэтому я начал говорить. Ну а чё, смотри твои видео? Нет, пока что, мало ли. Это пока. Так внезапно подумала, а посмотрю-ка я видео Стаса. А там опа. Мне кажется, она про канал еще даже не знает. Откуда она может, блядь, знать? Вы чё, блядь? Прикинь, если твои дети будут смотреть твой канал. Ебать, что ты несешь, нахуй? Ладно, все. А где мы сейчас?
Подожди, подожди. Лагерь бандитов опасно ехать. Там бандиты тупо. Не, не они ж вот уезжают отсюда и могут завалить. У меня пулемет. Да блять, хуйня, это не пулемет. Надо попробовать. Сами стрельнуть. Попробуй. Миха взял первый раз пулемет в руки. У меня пулемет. Так это когда Миха такой стреляет с пулемета, пулемет клинит, Миха взрывается. Так я взорвусь вместе с вами. Нет. Нет, мы выпрыгнем. Ага. Играть просто не умеешь. Я в этом поселке не разу, да, мы тупо Мишкина из села приехали. Мы тупо в Михин дом приехали. О, Мышкин. Это Мышкина. Мышкина. Ну ты что ты Миха, что ты Мышкин. Одно и то же. Нифига себе, целая буква. Целая буква. О, хаммер разбитый. Миха, зачем ты хаммер разбил? Да сука, это текстура, блядь. Я знаю. Не знаешь? Нет. Но... О, мы доехали, бля. Вы не в безопасной зоне. Оружие не, да, не деактивировано. Есть пулемет. А, кстати, в машине брифкейс. Взял? Сейчас возьму. А брифкейсы, да? Нет, блин, сильвера. Одна. Рядом человек или получите бан. Рядом человек или получите бан? Прикинь, да, если Миха еще забанят. Прикинь, тут другая цена. А, прикинь. Слушайте, банит, где тут? О, бандюган. Ебать, глянь на него. Меню торговца. Так, где он? А, так. Сволочи, меня приковали к машине. Армор. Что-то там. Милитари армор, что-то вроде такое. Вроде бы да. Нашел. Водник. Водник. Сколько? Два брифкейса. Ну бери. А как мне узнать, что он медицинский? А здесь, блять, он здесь разве медицинский? А, нет, ну ладно, покупаю. Кто-то приехал. Приехал туда? Да. Так, кто приехал? Да, нифига себе, БТР. Это не БТР, это водник, ты. Блять, похож. Миха. Знаток, блин, я купил. Военной техники. Я знаток. О, наш водник. Как можно было подумать, что это БТР? Вау, БТР, сука. Чувак на нас похож. Это не наш, ты. Я знаю. Сука, попутал, блядь, или что? А прикиньте, можно было сесть с водилой и свалить. То ж так, ну, можно было по-быстрому. Я так делал с вертолетом. Миха, давай к нам, Миху бы. Да мне кто-то запер. Не Миху бы к нам прицепить бы транспорт. Открой Миху, кстати, Стас. Меня взяли, приковали к пулемету просто. Ой, я сейчас открою. Может, у него багнут водники вещи попробовать спиздить. Сейчас посмотрим. Вышел. Пока он не парит, может вы его отвлечете? Миха пусть отвлечет, пока я буду сцепивать. А где он вообще сейчас? Он тебя покупаешь или что, или что? Блин, я его не вижу. Миха, ты бегаешь? Да, бегаю я. Я вообще хочу посмотреть, где он. А где он? Это тут интересно. Зайди в торговец, есть там? Там торговец один стоит. Да? Да. А где он тогда? Я его вообще не вижу, что за бред. А он сидит в машине. Он меня спалил, походу. Сука. Зашибись. Сядьте кто-то на... А, ладно, буксир, ближайшую технику. Может, он ждет, пока мы уедем? Ты буксировал, нет? Всё. Опять эта херня, сука. Кстати, на базе... А нет, на базе стрёмно садиться, все равно. Зашибись. Зашибись, да, УАЗик? Нормально. А здесь можно туда?
Вот я, вот можно, конечно, но мы, честно говоря, не пробовали, боимся. Блин, страшно как. Ладно, давайте, садитесь кто-то на пассажира. Сука, я хочу багнуть его машину. Давайте попробуем отвлекти его. Давай. А как, где он? Сидит в машине, да, сейчас получается, жду, пока мы уйдем. А как его тут в это? Ладно, тогда я пока закрою. Может, мы типа Стань увидим, а... Или как-то потом, может, САС вылезет. Я даже не знаю, что. А ну, я вру обижать амбар, а вы, короче, этот, как его? Подойдите к нему, подергайтесь там, не знаю, что-то потанцуйте. А чё если я сяду на пассажир? Миха, сядь к нему на пассажир. Он меня не убьёт? Так, а нельзя, нельзя сесть к нему, он закрылся вроде. Заправить можно буксир. А как он мог закрыться? А как он спереди мог закрыться? Он бубикает. Он бубикает. А что вы делаете? Ё, он меня не убьёт. Ах, ох, оттолкнуло. Он уехал куда-то. Он уезжает. А что, блядь, ему делаете, нахуя? Я ничего не делаю, блин, я говорю, я не демонтировал ничего. Да танцуем и всё. Чё я ему не делал? Миха, куда ты бежишь? Сейчас он за эту, за сейф-зону выйдет. Так и... я знаю, что я же не буду за сейф-зону выходить. Блин, стрёмно, конечно же. Блять, ебать, что вы с ним сделали? Я просто не знаю. Я ничего не делал. Сейчас он пизды нам ловит, короче, всё. Ну, поехал на прежнее место. А, нет. Вот он. Он, наверное, не хочет... Он сидит и ждет, что он ждет, блядь? Он едет сейчас, а не ждет. У меня он паркуется, он паркуется. Он паркуется. Едет. Чё? Все, он опять встал на место. Он опять встал на место. Ну я вижу. Так, долго стоять будем? Ладно, ну, давайте уедем уже тогда. Так, открываю водник. Садитесь, Стас, на водителя. А что это было такое? Стас, держи ключ, пусть у тебя валяется. Патрона вообще нету, охуеть. О, можно пассажира сесть? А, не могу. Нет пассажира, все заняты. Это что за мужик? Ой, бежал. Вы где сидите? Кто-нибудь на стрелке сидит? Я сижу, но потом я нет. Я пассажир. И он едет за нами? Не знаю. А, сейчас. Блин, я обернуться же не могу. Ну сядь за другого стрелка. Не могу. Стас, у тебя в зеркале отображается? Потому что я могу только выпрыгнуть, пересесть на место пассажира, и все, а на другого стрелка не могу. Только сзади. Давай, ладно, тогда сейчас я... Тебе запрещено садиться на другого стрелка? Да, запрещено, потому что я не могу. А так как? Все, я сел уже. Так тебе запрещено. Ну блин, пока ты ездили, остановился пока... и сел. А, ну так, нет, ты просто сформулировал так непонятно. Знаю, я думал... походу вертолет, а не, вертолет там пока стоит, ладно. Буду, короче, назад смотреть. Короче, водник взяли. Поедем на базу, заправим его патронами. А, ну да. А потом что? На дроп или куда? Я не знаю, у нас конвои есть какие-то. Не, если конвой будет, то с водника стрелять по конвою как-то неприкольно. Давай есть дроп. Сейчас, кстати, на выборе дроп есть. Давай сейчас сначала одно сделаем, потом уже приступим к следующему. Нет, ну просто надо заранее решить. Ебать, а там может что изменится. Может там дроп исчезнет. Буду смотреть назад. Ну как тебе меховодник? Нормально. Кстати, Миха, у тебя GPS работает? Не, у меня так карта. Карта работает или нет? Ну работает. Нажми Ctrl-M. Что-то есть? Не, ничего. Ctrl-M, английская M, если ничего что. Нет. А, ладно. Правый Ctrl, Миха. Правый. Да, правый контрол. А, правый, не, еще не правый. Да, я левый нажимал сейчас. Правый контрол. Ну, контрол. Появится, если что-то или не, не знаю. Не, нифига не появляется что-то. Ладно. А на пулеметчик как, кстати, можно на смотреть? На дроп будем заезжать. А поехали на дроп. Ну, давайте. Я буду только сзади, если что, смотреть, а не спереди. Ну, по бокам ты можешь поворачиваться, что? Ну, не по... Давай лучше пересяду наперед.
Да, в принципе, я, честно говоря, разницы не вижу. А там легче будет видно. Хотя ладно. Давай быстрее тогда. Что так слазит, блин? Все, поехали. Сейчас нас завалят нахуй сразу. И вот не пизда, и нам пизда. Мало ли кто сейчас на дропе. 13 игроков все-таки. Хотя вроде бы это вообще херня, блин, немного, но блин. Так, мы уже на дроп, Миха, смотри по сторонам. Смотрю, блин, так все смотрю. Саня, что, GPS есть? Да. Откуда, блядь? О, дроп вижу. Дроп вижу. Куда? С правой стороны. О, едь прямо. Все, видишь сам? Да, да, да. А тут. Похрен забор. Так. Миха, да. Это норма. Мы с БТРом сбивали все обычно. Так. Абсолютно. Ну че, ничего не разобрали, дроп? Когда сидит у чувака. О! Хотя все тут деревянно. О, тут эти материалы, строй. Есть у кого-нибудь рюкзак? Нету. Я себе пистолет взял бы. Миха, у тебя же вроде бы рюкзак есть. У меня есть. А, подожди, или нет уже? Что за бред? Я что, подыхал, что ли, уже? Видимо, я подох, когда у меня был. Я не помню уже. Но сейчас нет рюкзака. Так, сразу выкладываю, а то сейчас трусить начинает. Так, мы все берем, да? Да. Ну, та возьмем, пускай будет. Почему нет железного, блин, а? Ну почему? Или каменный там, или что хер его знает. Че, все забрали? Миха, ты только сразу выкладывай. А что-то я не могу выложить, что за бред? Даже сесть не могу у него. Почему-то. Да не надо уже, мы же все взяли. Не, прикол в том, что я в него, в общем, сесть не могу. Че за бред? Че, сесть до сих пор не можешь? Я не могу сесть. У меня только убрать сцепку есть и проверить груз. Пойди вперед. Подойди вперед, и там есть пассажир. Да, мне тоже бред. А, во, нормально, тоже... нормально. Нашел? Здесь, да. Все, поехали. Только почему-то только на оружие можно сесть. Ой, садись тогда на оружие. Сел я на оружие. Поехали, Стас. Ты, Миха, выложил, кстати, вещи, которые взял? Нет, сейчас выложу. Выложу. Что-то как-то странно, пулемет. А, не, нормально. Как тебе поворот пулемет? Прям... Лучше, чем на ВАЗике. Тут прям в морду пулемет тебе суется. Блин, у меня рук нету, когда пулемет, это вообще крик. Рук не показывает, когда пулемет. Тут как будто пулемет тебе в глаз прям. И такой УАЗик сзади. Йо, как я держу пулемет, ёханый бабай. Не, там... Я уже за УАЗик забыл. Не, там УАЗик такой, блин. А, кстати, крик, если к УАЗику что-то прицепит, оно летать будет. Зашибись. Вот так вот. Подземный УАЗик, блин. Выбор. Миха, нажми правый контур и М. Да он нажимал же вроде. Я же нажимал, не, забыл? Не, на стрелке оно показывает. А, во, теперь есть. На стрелке так. Показывает. Откуда ты знаешь? Не, я же знаю, какой-то компас появился, и GPS, что ли, что-то такое, координаты тут показывают. Это GPS сейчас все показывает. Блин, почему брит только на стрелке? Не знаю, на пассажиры вообще нельзя. Видишь, Миха, зеленую зону, как на карте? Бля, я свою руку, я одну руку свою вижу, крик. Вижу. Руку. Руку вижу. Миха, ты видишь свою руку? Нет, ты руку видишь? Нет, нет. С левой стороны рука. Нет, ты посмотри сам вижу. Что ты видел? Она быстро ползала. Дроп появился в Гришина. До Гришина еще доехать, да. Да-да. БТР, БТР едет! БТР! БТР! БТР, у него 10 рублей есть. Как у Сани. Как у Сани. Как и Сани. Сани 10 рублей. Сани 10 рублей. Саня за 10. Что-то дешево как-то. Убили пацана за 800 рублей. Залазь в хату.
Миха, залазь в хату. Какую? О, рука! Рука! Ты видишь свою руку? Да. А вы меня пугаете. О, рука, рука. Ой, бля. Тут целая рука. Целая прям? Нет, не совсем. Целая рука. Ну, она живая. Уже половина, что ли? Ну, она живая. Ебать, живая рука, охуеть. Да, я столько стрелял в нее, блядь, она живая еще была, блядь, это удивительно. Она отросла. Так у него же эта течка была. Сука, еще. Ебать ты этот. Вот тут даже отпечаток есть, это, кого тут вставал. Ящерица ебаная. Миха ящерица тупо. Миха ящерица. Не, она просто сама чинится рука. Сама чинится? Шо? Ты сейчас скажи, руку повредил. Ну да, было такое. Ну да. Пропет. Пропет играет в Advanced Warfare. Пропет. Пропет, сука, ты сказал пропет. Пропет. Ебать, пропет. Тот самый пропет, который... Профессиональный пет. Профессиональный пет? Да, профессиональный пет, типа. Ладно, сейчас за патронами бегаю. Или берите тех, кто на стрелке сидит. Я же на водиле буду сидеть. Идите, берите патроны. Блин, сейчас скот водить. А где патроны? В какой двери лежат? Ну, во втором сарае. Так, я тоже возьму сейчас. Ну-ка, я могу к этот? Дверь открыта? Охуеть, кто не закрыл? Так ты закрывал же. Ой, блядь. Так. Он как обычно, он пароль вводит, а окна забывает нажимать. У нас есть медиум блокпост, медиум лагерь в лесу. Сапку будем убирать? Ну да, убрать надо. Так, что-то я пока ПКМ не вижу. А, тогда я тоже выйду, я... Тупо УАЗик этот, сука, заберу нахуй. Сейчас я тогда сцепку уберу. Да, ты нашел патроны? Да я не нашел еще патроны, вот стонет меня. Не могу брать сцепку, транспорт закрыт. Ебать, почему у меня убрать сцепку пропадает постоянно? Я убираю. Не, до этого пропадало, почему? А. Так, подожди, иди нахуй. Если вещи заберу. Как называются патроны? Еще раз. ПКМ. ПКМ мага. Ищу. Че ты сел сюда? Надо было забрать все вещи. Тут нема ПКМ маг. Я что-то не вижу. Есть там несколько штук. О! Нашел? А, не. А, да, нашел 5 штук. Возьму где-то, наверное, 2. Возьмите 3-4, ну, ладно. Пулемета 2 вообще так. Так 2 у нас. 4. Ну так а там один раз заряжай, Миха. Так, нет, так у нас с тобой одинаково заряжается, или надо по отдельности заряжать? По отдельности. Так. Это одинаково. Один магазин на 2, блядь. Да. Точнее лента. Так, Саня, мне всего лишь один по ленту сейчас дам на вас. Одну ленту зарядил, потом второй раз не надо заряжать, а то пропадут, Миха. Ладно. Ну не пропадут, зарядятся просто не туда, куда надо. А какого хрена я не могу тут зарядить? У меня заряжается. В заднем, я имею в виду в заднем. Миха, выйди со стрелка. Сейчас вообще выйду. Выйди вообще с звука. Получается, надо дать тому, вот у Михи, там где Миха сидел. Что за бред, мне пишет. Ему все патроны надо дать, и пускай он зарядит свой, потом еще раз зарядит, зарядится задний, получается. А вот, Саня, зарядил. Все, два заряжено, два заряжено. Как вы зарядили? Я вышел, зарядил, вышел, зарядил, вышел, зарядил. Ничего так, не понял, блядь. Вышел, зарядил этот, ну, зарядил этот, потом вышел и тот зарядил, зашел. Че мне пишет? Миха, ты знал, что не заряжается. Подожди, подожди, Миха, что там? Да не, мне что-то писал Миха Дар Драгон вперед, быстро там. А, понятно. Не мысли, я говорю, ты все равно задний не заряжается вроде. Ну не заряжалась, потом я пересел, вышел, пересел и зарядилась. Че, закрывать дверь? А, ну закрывайте, я тут закрываю. Кто может без пароля закрыть, чтобы пароль не спалить? Ладно, тогда я... Блин, две двери еще закрывать, охуеть. Локдор. Тогда ладно, завожу. Вот так. Ну, мы все равно укладывать будем, когда. Ну да. А, кстати,
не выложили вы вещи никто? Ничего не понял, что сейчас сказал. Никто не выложил вещи, шо ли? А, блядь. Сводника. А, да. Блин. Офигеть. Молодцы. Шо молодцы, блядь, ты сам чё не вспомнил? Ну, блин. Ну вот всё так. Только надо смотреть, Миха, что вещи были, то есть в палатках. Ну понятно, только надо. А чё я инвентарь не могу открыть? Только на пассажире можно, что ли? Какой можешь, ты нажимаешь? Нажимаешь Г и выложи. А, вот всё. Так. Так, тут у нас... Два. Или Стас туда, в дальний гараж лучше. Ну если у тебя есть, если там место есть, зачем туда? Я лучше её туда выложу. Эх ты! Что такое? Человек, кто меня закрыл? Миха, так не ори. Бля, Миха, выходи отсюда. Там место хотя бы было? Было. Смотри. Я туда еще патроны засунул. Да, бля, кто меня закрыл? Ты сам себя закрыл, во-первых. Во-первых. Ох, это кавалера. А во-вторых, да. Сколько там осталось выложить? Ой, два. Миха стоит. Фу. Чего, блин, я проверяю. Офигеть, ты проверяешь. Выложил? Да, я выложил. Я выложил. Так. Че, ты будешь на пулеметчике сидеть? На заднем. Я сижу на заднем. Все. У меня рука есть, ура! Сейчас сколько это уже серии идет? Не знаю. Так ты же засекал. А у нас сейф открытый, это норма? Я засекал? Не, я про Стаса говорю. Сейф открытый, это норма? А, бля, нет, не норма. Это двери были закрыты хотя бы. Ну, все равно. Так, врубаю GPS. И смотрим на карту. О, краш поел. Не, бля, туда не поедем. Нет. Не, он есть сейчас, но мы туда не поедем. Короче, куда едем? Поехали дроп недалеко, в Гришино. Окей. У нас канистры есть хоть что-то или что-то вообще? Есть две канистры. Две канистры есть. Теперь, Саня, без проблем. В принципе, можешь. Что тебе убивать? Все равно ты убивать кого-то как, рано или поздно будешь, тебе как раз только на пользу. А вдруг если какая-то ситуация, там, меня придется полечить или Миху, ну там тебе добавится совсем немного. Ну да. За все про все тебе добавится, может быть, 200-300 максимум. Но если ты меня убьешь, то тебе добавится человечность. Да что тебе буду убивать, блядь? Я ж не такой Вася, как Влад. Или ты? Я тебя что, убивал? Да не, я не помню. Нет, наверное. Я только тебя в Расте, помню, еще я убил. С лука. Ну, бзду. Был такой момент, когда за Стасом бежал медведь, а я нечаянно... Я выстрелил в медведя, а попал в Стаса. Нормально. Саня задал с медведем был. А в итоге еще, кстати, в конце меня убили. Медведь? Не-не-не, кто-то сзади меня убил. Да просто скучаю, конечно, блять, но вот это вот. Да, бля.
Я помню первое время. Помнишь первые дни, когда мы играли, и там антикиллеры. Там вообще там и крик был и вообще. Антикиллеры еще были, там вообще, как мы в дверках запирались там. Антикиллеры? Так, антикиллеров я почти не запомнил. Они не, ничего, ну помнишь, как мы запирались в, то есть в сарае, и они выбивали нам дверь. А мы сидели да, там туда. Да, таких случаев много с кем было, не только с антикиллерами. Ну да. Вот когда последний раз подорвали, это... Ебаные антикиллеры. Антикиллеры, антикиллеры, я вообще говорю, мало ситуаций помню с ними, блядь. Они потом почти сразу сервера ушли и все. Помню, как мы первый раз C4 добыли. Да, жопа радости была, блядь. Потом, когда C4 добыли, мы набыла еще этот эксплозивы быть. Да, эксплозивы да, мы как-то добыли и все. Мы, по-моему, какого-то чувака взяли. Да, вы, кстати, или нет, взяли, я не помню. Нет, вы какого-то чувака, помню, одолжил, вроде бы, или что-то такое, то есть изучить и все. Знаешь, мне в расе не нравятся серваки с донатами. То есть задонатили, и тебе уже есть C4. Ну серваки с донатом везде говно. О, мы скоро их в дроп. Ты видишь хотя бы на карте? Да, вижу. Почти в зоне. Сколько тут камней? Ой, там что-то горит. Ё-моё, в лесу. В лесу? В лесу чуть горит что-то. Дым какой-то. В какой части? А, вот я... Ну, я же сзади сижу, сзади. Вон там в лесу что-то горит, дым какой-то. Сзади машины? Сзади. Да ты разверни машину. Где я? Я ничего не вижу. В лесу горит, что за бред? А, вижу, дым вижу какой-то. Да-да-да, я вижу. Что там такое может быть? А, точно. Поедем? Нет, потом съедем. Давай. Но это не краш, получается, это по-любому. Ну это может... Может кого-то подорвали? Попал. Ну, может быть, и подорвали. Может машина чья-то взорвалась? Ну, опасно. Так, смотрим по сторонам, Мих. Да. Уже. Я уже вижу. Камень. Да. А, ты уже видишь? Да. Ой, ну прям везет там сегодня. А, да, я тоже вижу. Да, везет, сейчас завалит, или он пустой. Ну, пока что везет. Сука, блядь, каркаешь нахуй. Смотри, каркаю. Я сейчас сплюну. Нет, мне кажется, это впереди глаз. Вижу машину. Или это не машина? Где, блядь, куда дейшь? Где? У меня пулемет. А, нет, камень, сука. Где у меня пулемет? Миха, если что, у меня пулемет, ладно. Да-да-да. Что там? Ну это единственный аргумент, который я могу предложить. Я вообще не могу лутать. Я тоже не могу. Тебя проверю. О, все, нашел. Могу. А, сейчас. Пустой. Зимь, пустой. Все, обокрали, значит. Я же говорил, блядь. Честно говоря, у нас не часто такая херня. Сюда едем? Поедем на там, где дымится? Давай. Слушайте, а может быть тот, кто дымился, дроп забрал, а потом застрелили? Ага, вот обязательно прям такое, прям вот так вот. Ну не случайность знаю. Такая. Миха, если буду с тебя стрелять, и ты не можешь отстреливаться. Значит, это проверено. Бля, я забыл, как сказать, бля. Бля. Помню, как в Стаса был момент, если вас стреляют, а вы отстреливаетесь, вы не попадете. Проверено на игре край. Все нормально будет. Не, там жопа какая-то точно. Я боюсь. Ничего. Нам пиздец. Странно, я что-то ничего не вижу. Будем рисковать. Дымится. Не дымится у тебя что ли? Уже не дымится. Мне ничего. Я не вижу, просто вертолет. Я сзади сижу. Может там бывший краш? Может быть. Бывший краш. Бывшая краш. Не знаю. О, что-то валяется, кстати, недалеко от вертолета. Да, что-то валяется. Да, это бывший краш какой-то, блядь, тупо. Нормально. Да что-то забрал уже, наверное, просто. Да, тут что-то есть. Так. М9 ну, магазин. Дымовые шашки. ДМР магазин. Сколько? Один. Да. Ничего не мое интересно. Так. О, бинты. А теперь я возьму. Я бинты возьму, у меня бинтов не было.
Классно ты поехал, без бинтов вообще, без оружия, без ничего. Зато уже набрал нормально. Бля, у меня вообще один бинт. У нас сейчас есть только медиум блокпост в... Ну, а что? А и этот лагерь в лесу. Лагерь в лесу не считается. Потому что я ненавижу лагерь в лесу. Так, кроме этого, ничего у нас нет. У нас надо... Сейчас надо, получается, или заканчивать серию. Не, ну, в принципе, время нормально. Можно заканчивать. А давайте закончим. А давайте. А давайте. А давайте. А давайте, всем пока. Давайте. Всем пока. А давайте. Продолжим следующую серию. А давайте. Отлично.